Поехали! А знаешь, как приходит парень в общежитие, театра оперы и балета. Он заходит и консьержке: здравствуйте, скажите, пожалуйста, а Светочка с 27-й комнаты на месте? Нет, она уехала. Ну да. Скажите, пожалуйста, а вот балериночка у вас, Танечка, с 35-й комнатки, она на месте? Черненькая такая. Да я знаю, знаю. Она тоже уехала. Да? А я прошу прощения, Юлечка, маленькая такая, тоже из балетного класса, она есть? Говорит, балет уехал на гастроли. Что вы говорите, да? А как же быть? Ебите хор. А этот мужик заходит в ювелирный. С барышней такая красавица, он с ней заходит в ювелирный. Они выбирают вместе бриллиант такой здоровенный. Она примеряет, она счастлива. Он говорит, нравится, все, берем. Он достает чековую книжку, говорит, сколько? Он говорит, 50 тысяч евро. Говорит, не вопрос. Выписывает чек на 50 тысяч евро. Так дает продавцу, продавец так смотрит как-то. Он говорит, я вас, конечно, понимаю. Я у вас не постоянный клиент, вы меня не знаете. А сейчас 5 часов вечера, пятница, банки уже закрыты. Вы, наверное, сомневаетесь, есть ли у меня на счету такие деньги. Ну, как вам сказать, не то чтобы, но сумма очень большая, понимаете. Говорит, да вы не волнуйтесь. Пусть этот бриллиант пока у вас полежит и чек. А в понедельник банки откроются, вы проверите. Если, то есть, как бы я уверен, что все нормально, вы этот бриллиант перешлете моей девушке. Ну, ты довольна? Она, да. Ну, все, договорились. Они уходят. В понедельник звонит этот продавец этому мужику, говорит, вы извините, конечно, мы позвонили в банк, сказали, что на вашем счету таких денег нет. Говорит, правильно сказали? Да, так а что же делать? Ну, как что делать? Бриллиант оставьте себе, чек порвите. Я ее уже выебал.